Одна из великих святынь Киево-Печерской лавры прибыла в Беларусь. Честную главу священно-мученика Климента, епископа Римского, доставили в храм в честь святителя Николая Чудотворца под Минском. Она будет доступна для почитания до 29 мая. Все это время храм будет работать круглосуточно. Постоянно эта святыня хранится в 16-килограммовом серебряном ларце в Киево-Печерской лавре. В Беларусь ее доставили по просьбе митрополита Минского и Слуцкого филарета Патриаршего Экзарха всей Беларуси. По преданию, святой Климент дарует людям душевное спокойствие, причем почитается он и католиками, и православными, поскольку жил задолго до разделения церквей. Определено быть священноначалием именно находиться в этом приходе. Человек может в любое время прийти, помолиться, приложиться, попросить. Очень намоленные и очень почитаемые верующими мощи. Здесь, думаю, будет десятки, это сотни, наверное, может быть, тысячи людей. Я болею часто. Мне так хочется, чтобы этот святой мне помог. Надо приезжать, надо молиться. Вот я здесь. Люди, которые преданные всему, оно помогает очень хорошо и на душе, и в жизни.